Водолазы уже готовы спуститься под воду. В руках у них мешки для мусора. Будем ждать, с каким уловом они вернутся на берег. И такое добро лежит по всему дну озера глубокое. Дайверы говорят, что в прошлые годы мусор вывозили на КАМАЗах. И этот, по всей видимости, не исключение. Много мусора было там? Ну, я думаю, что да, много. Все-таки для озера, с учетом того, что мы каждый год его чистим, много. Давайте, люди, не будем мусорить. Там достаточно много илы, и как только берешь одну бутылку, сразу поднимается ил со дна. Видимость резко ухудшается. Дайверы погружаются на глубину 6 метров и достают оттуда давно потерянные вещи. Пару лет назад мы здесь катамаран достали. Очищают и прибрежную зону. Под свой контроль ее взяли добровольцы и активисты. В общей сложности с берега и со дна озера собрано 5 кубометров мусора. Если ты живешь в этом городе, ты также должен в общем-то, ухаживать за ним, развивать его, думать о нем, спорить о нем, доказывать о нем, то есть любить его, уважать его, чистить его, вычищать его. Водоемы будут чистить по всему Татарстану. Ближайшие акции пройдут в Альметьевске, Чистополе, Набережных Челнах и Нурлате. Регина Шакирова, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».